Добрый вечер. В эфире информационная программа «События» в студии Нина Спиридонова. Сегодня в выпуске. Трагедия на дороге. В результате аварии погиб 22-летний водитель. Утверждены правила пожарной безопасности. В новом документе акцент сделан на ситуации, когда действия человека могут привести к пожару. Беларусь против табака. Нет новым вызовам. В рамках профилактического мероприятия нарколог дает рекомендации желающим бросить курить. Теперь на эти темы более подробно. Дорожная обстановка по-прежнему остается сопряженной с гибелью и травмированием людей. За 5 месяцев текущего года в ДТП погибло 3 человека. 20 получили ранения различной степени тяжести. Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом случилось на этой неделе. В аварии погиб 22-летний житель Речицы. В настоящее время сотрудники Следственного комитета устанавливают обстоятельства смертельного ДТП и обращаются к очевидцам и гражданам, которые обладают записью видеорегистраторов с просьбой позвонить по телефонам 8029-681-46-94 или 54-09-08. Авария произошла в понедельник 8 июня в 12:55 на автодороге Октябрьский Париж-Речица. По предварительным данным, при обгоне 22-летний водитель ровера выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком МАЗ. От полученных травм водитель иномарки скончался на месте происшествия. По факту аварии проводится проверка. Госавтоинспекторы призывают всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и взаимовежливыми на дороге, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Речицком районе установится жаркая погода. В связи со сложившимися погодными условиями ГАИ призывает водителей быть крайне внимательными и осторожными, находясь за рулем. В жаркую погоду рекомендуется воздержаться от длительных поездок, а также минимизировать время нахождения за рулем, особенно в машине без кондиционера. Если есть необходимость сесть за руль, обязательно контролируйте свое самочувствие. Захватите в дорогу холодную воду. Проверьте наличие в автомобиле аптечки необходимых лекарств. Следует планировать поездки на дальние расстояния рано утром, когда температура самая низкая. Госавтоинспекторы также напоминают о том, что все сидящие в салоне машины должны быть пристегнуты ремнями безопасности. Особое внимание к детям до 12 лет. Они должны находиться в специальных удерживающих устройствах. Утверждены правила пожарной безопасности для жилых домов, строений и сооружений, расположенных на придомовой территории, садовых домиков и строений, расположенных на земельном участке. В новом документе акцент сделан на ситуации, когда действия человека могут спровоцировать возгорание и привести к пожару. Согласно новым правилам, граждане обязаны не допускать использования источников огня малолетними детьми, не оставлять без присмотра зажженные свечи, курить в кровати или ином месте для сна, выбрасывать непотушенные сигареты, спички из оконных проемов, с балконов и лоджий многоквартирных жилых домов, в стволы мусоропроводов и мусорные контейнеры. Также не допускается разведение костров, использование специальных приспособлений для приготовления пищи в зданиях, на балконах, лоджиях и других сооружениях, за исключением случаев, когда их размещение предусмотрено проектной документацией. Под запретом также окажутся и запуски изделий, у которых принцип подъема на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью огня. В гаражах запрещено заправлять транспортные средства, а также устанавливать и эксплуатировать нетеплоемкие печи. Если будет установлено, что виновник пожара не соблюдал правила пожарной безопасности, его привлекут к административной, а в некоторых случаях и к уголовной ответственности. Беларусь против табака. Нет новым вызовам. Под таким названием продолжается мероприятие информационно-образовательной направленности. В Речице в эти дни медицинские работники проводят прямые телефонные линии с населением по вопросам профилактики табакокурения. Акция «Беларусь против табака» проводится с целью профилактики заболеваний, причинно связанных с табакокурением, повышения уровня информированности населения в отношении пагубных последствий потребления табака. В рамках акции «Беларусь против табака» запланировано проведение пресс-конференции и круглых столов в формате видеовыступлений в СМИ по профилактике табакокурения с привлечением представителей организации здравоохранения. Проводятся прямые телефонные линии. Общаясь с речичанами по телефону, психиатр-нарколог Галина Комутовская объясняла, что необходимо знать о вреде курения. Никотин – это растительный яд, который человек во время курения, он его
маленькими-маленькими дозами он поступает в организм. Вот некоторые говорят, что ой, курение это не опасно, это никакого вреда не несет. Но маленькими дозами оно поступает в организм и вызывает необратимые процессы в нашем организме. Если вот состояние, вот когда вот человека передозировка от никотина, таких, это очень-очень они редко описаны, потому что нужно очень большое количество, чтобы попало никотина в организм. Поэтому это медленный, тихий, постепенный убийца нашего организма. Как зачастую очень-очень много женщин курит, а они являются непосредственно матери, которые именно рождают детей. И, соответственно, вот от матери, которая употребляет длительное время никотин, ну, здоровый ребенок, он зачастую может и рождается, но с очень серьезными, может, заболеваниями. И эти многие люди, они не придают значения вот таким серьезным заболеваниям, то, что вот именно это и является причиной никотин. Также никотин, как и активный курильщик, когда человек курит, и также пассивное курение, когда вот в одной комнате, например, находится один человек, который курит, и с ним одновременно человек, там, целая компания, которая активно вдыхает вот именно вот этот вот никотин, который в никотиновом дыме. Звонившим нарколог рассказала, почему необходимо отказаться от курения. Сделать это никогда не поздно. Ведь прекращение курения даже в пожилом возрасте позволяет избежать повышенного риска заболеваний. Положительный результат отказа от курения в молодые годы еще более очевиден. Не зря вот на пачках сигарет, вот обратите внимание, сейчас все пачки сигарет, на каждом нарисована какая-то картинка, вот именно заболевание, которое вызывает курение. Поэтому человек должен знать и отдавать себе отчет, к чему он себя, это добровольное самоубийство. Человек знает, что никотин приносит вред и сам себя постепенно убивает и разрушает свой организм. Он должен знать вот там вот разнообразные проблемы и у детей, и у взрослых. Вот сейчас вот уже возраст курильщика, он уменьшился, то есть люди уже курят, даже еще вот некоторые случаи были даже в младших классах, вот уже дети уже употребляют никотин. Галина Хомутовская дала некоторые советы тем, кто решил избавиться от пагубной привычки, например, с чего следует начать отказ от курения. Первое, что нужно, это сосредоточиться, собраться, то, что мне нужно заботиться о своем здоровье. Сейчас очень-очень так актуальный здоровый образ жизни. Вот, и все люди вот начинают вот сначала вот пересматривать свое питание, свои рационы, пересматривают образ жизни. И, конечно же, туда входит именно курение. Поэтому нужно вот, если курение начинается, вот, чтобы бросать, нужно, чтобы в семье бросали все, как и супруг, супруга, чтобы это было в компании, чтобы не было в доме, кто-то один курит, второй не курит. И просто если человек... Сейчас очень большое количество препаратов в аптеках. Никотин содержащие препараты, которые человек никотинозамещающая терапия. Вот есть и пластыри, которые содержат никотин, и таблетки. Также у нас непосредственно можно обратиться к специалистам. Вот у нас вот в психонаркодиспансере оказывается такая помощь. Вот в наркологическом кабинете у нас врачи очень квалифицированно оказывают такую помощь. Но это больше всего комплексное мероприятие. Нужно обращаться и к психотерапевту, и к психиатру, и к наркологу, и к психологу обращаться. Но очень-очень часто вот со всей международной практики очень видно, что как... Когда вот человек какое-то хроническое заболевание или, например, какое-то острое, вот сейчас актуально очень пневмония, также если у человека инсульт или инфаркт, вот именно человек находится в стационаре какое-то соматическое заболевание, ему объясняется, что курение это непосредственно, может быть, даже и привело к этому заболеванию. И с человеком, когда проводится хорошая беседа, разъясняется. И одно из самых эффективных средств, когда человек уже, выйдя, выписавшись из больницы, он не возвращается к сигаретам. Конечно же, это и финансовая сторона. Сигареты – это не дешевое удовольствие, хотя вот мы заходим в магазин, уже нет такого понятия, как раньше было. Сигареты просто возле продавца висят, какие хочешь, цвета, сорта. Сейчас все это закрыто, вот, поэтому борьба идет на международном уровне. Поэтому самое главное – это желание человека. С этого всего и начинается. Не будет желания, родственники зачастую приводят и говорят, что сделать? Супруг курит очень много или супруга очень много курит. Что с этим делать? Как с этим бороться? Поймите, пока человек сам не придет и не попросит помощи или сам не захочет, сила воли, помочь этим нельзя. Акция «Беларусь против табака» продлится до 21 июня. Ее цель – профилактика заболеваний, связанных с табакокурением, повышение осведомленности населения о последствиях потребления табака, мотивация к здоровому образу жизни.
Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Далее вас ждут метеоновости. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Пока новостройка носит наименование «Жилой дом 22» в микрорайоне номер 15 города Речица. После завершения строительства он получит прописку по адресу дом номер 4, улица Григория Ширмы. В новой двухподъездной девятиэтажке желающим обзавестись собственным жильем предлагают однокомнатные квартиры общей площадью около 44 квадратных метров и двухкомнатные около 58 квадратов. Стоимость квадратного метра общей площади для граждан, которые состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, 1125 рублей. Для тех, кто не состоит на таком учете, 1200 рублей. По окончании строительства планируется уменьшение стоимости. Привилегированные условия предусмотрены для молодых семей. Молодые семьи, то есть семьи, имеющие двоих несовершеннолетних детей, имеют возможность построить квартиры в данном доме с использованием государственной поддержки в виде субсидий на уплату части процентов по кредитам, которые выдаются банками, в соответствии с указом президента Республики Беларусь номер 240 о государственной поддержке граждан при строительстве и реконструкции жилых помещений. Что еще немаловажно, квартиры продаются без отделки. Владельцы такого жилья могут не ограничивать свои фантазии и возможности сделать интерьер помещения именно таким, каким они его представляют. В указанную стоимость квартиры включены металлическая входная дверь, стальная ванна, санитарное оборудование, газовая плита. В каждой квартире имеются остекленные лоджии. Из преимуществ нового дома также можно отметить лифт увеличенной грузоподъемности и вместительности. Для удобства пожилых людей, граждан с ограниченными физическими возможностями и просто мам с колясками, нижняя остановка лифта будет на так называемом нулевом этаже в подъезде, но на уровне двора. К радости маленьких жильцов, возле дома оборудована детская игровая площадка с современными качелями и каруселями, спортивными тренажерами, зеленой зоной для отдыха. Перспективным можно назвать и месторасположение дома. Здесь планируется усиленное развитие инфраструктуры района, строительство дорог, учреждений, мест отдыха. В ближайшей перспективе открытие большого торгово-развлекательного центра с кинотеатрами, бассейном, десятками новых рабочих мест. Преимущества новостройки уже оценили многие, но свободные квартиры еще есть. Более подробную информацию о характеристиках дома, стоимости, площадях квартир, их планировке вы можете лично увидеть на нашем сайте. Набираем УКС Речицкого района, переходим на главную страницу, раздел «Проекты», жилой дом номер 22, микрорайон номер 15 города Речица. Здесь большая статья «Проектная декларация», а внизу ссылки на планировку квартир. Планировка первого этажа, планировка вышележащего этажа. Ждем вас в нашем управлении. Станьте счастливыми новоселами.